Группировка МЧС Иркутской области готовится к паводкам. Накануне в зону возможного подтопления отправилась оперативная группа. Спасатели войдут в отряды Киренского и Катангского районов. Сейчас эксперты контролируют процесс вскрытия рек. На контроле межведомственного оперативного штаба 98 населенных пунктов, в которых проживает 18,5 тысяч человек. На предупреждение рисков этой весной в Приангарье задействованы почти 17 тысяч специалистов, около 3 тысяч единиц спецтехники, 300 лодок и катеров, а также 3 самолета.